Всем привет, и в этом видео я покажу вам, как получить отважное яйцо в ивенте Egg Hunt 2020 года. Для начала заходим в этот плейс под названием Dragon Adventures, ссылка на него будет в описании. Идем к матери драконов. Теперь нам надо поговорить с ней. Дальше топаем к этой платформе и телепортируемся в Grassland. Сейчас нам надо найти три обрывка записки. У каждого игрока они рандомно разбросаны по этой локации. Поэтому, чтобы их было проще отыскать, отдаляем камеру максимально далеко. Вот они, сверкают. Подбираем все три записки. Теперь следуем туда, куда указывает нам эта стрелочка. Чтобы быстрее туда добраться, вызываем нашего дракона. Летим на нем. Сейчас здесь будет немного несложных головоломок, поэтому просто повторяйте за мной. Прыгаем в эту воду и попадаем к боссу-кролику, его нам надо одолеть. Как только мы его победим, нас телепортируют обратно домой. Теперь бежим к матери драконов, чтобы сдать квест. Вот мы и получили наше отважное яйцо. Ну а если вы здесь впервые, то не забываем подписываться на канал, ставить лайки, звать друзей и, конечно, присоединяться в наш Discord сервер. С вами был Тимоха, до скорой встречи, всем пока-пока, удачи!